сопровождения друзей. Потому что я в буквальном смысле последние 10 лет являюсь... Это как? Донор это... донор это тот, кто дает кровь. А я их кровь реально пью. И как радиожурналист, и как автор «Еловой субмарины». Без геометрии я просто бы, мне просто нечем было бы и вас кормить, как потребителей моей радио- и телепродукции. Так что спасибо большое геометрии. Потом угадайте, каким напитком мы поздравляли с лидером группы «Выход» геометрию с раннего утра, с трех раз. Нет. Все ошиблись. Это был британский джин. Это был выбор Сили. Вот так мы решили сильно, Сили поздравить геометрию с утра. Еще два слова. Очень мало у нас, людей, культурных организаций культуры, которые бы работали со своими любимыми артистами так вдумчиво, так штучно, как это делает геометрия. Для них, для геометрии не существует больших или маленьких артистов, каких-то попсовых пластинок, которые могут принести успех фирме, или забытых пластинок из 80-х годов, которые для них любовно Женя Гордеев реставрирует. Поэтому я хочу пожелать геометрии новых открытий, как старой музыки в архивах, каких-то неожиданных коробках, сундуках, которые каждый из вас может к ним принести, и это будет артефакт нашего музыкального искусства. Так и, конечно, в будущем, потому что количество ярких талантов в нашей стране, оно неисчислимо, и геометрия будет и дальше их искать, а мы будем ее поздравлять с каждым юбилеем. Спасибо, геометрия!